Здравствуйте, я Евгений Папанашвили. Я с огромным удовольствием научу всех вас сегодня танцевать медленный вальс. Медленный вальс – один из самых популярных танцев в мире. Танец, относящийся к европейской программе бальных танцев. Танцуют на разных балах, вечеринках, мероприятиях. И я хочу, чтобы каждый из вас на таких мероприятиях чувствовал себя абсолютно уверенно. Я гарантирую, что я научу танцевать абсолютно всех. Главное – отбросить все страхи, комплексы и сейчас встать и попробовать за мной повторить самые простые движения. И поверьте, используя эти самые простые движения, вы будете шикарно выглядеть на любой вечеринке, на любом мероприятии. Мне будет ассистировать Алла. Итак, медленный вальс танцуется на три четверти. Ритм. Раз, два, три. Раз, два, три. Я буду показывать очень утрированно, для того, чтобы каждый из вас сейчас сразу понял принцип перемещения и принцип переноса веса. Мы делаем с правой ножки шаг вперед. Раз. Мы делаем с левой шаг в сторону. Два. И мы делаем подставку. Три. Следующий момент. Добавляем скольжение. Именно за счет этого медленный вальс такой мягкий и воздушный. Каждый раз, делая движение, мы как бы гладим паркет. Итак, мы проглаживаем и делаем вместе с этим скольжением шаг вперед. Раз. Мы делаем шаг в сторону. Два. Мы делаем подставку. Три. Попробуем добавить небольшой спуск и подъем. На первый счет, на раз, мы немножко спускаемся и делаем шаг вперед со спуском. На счет два мы делаем шаг в сторону и поднимаемся наверх. На счет три мы делаем подставку и начинаем спуск. Раз, наверх, три. Раз, наверх, три спуска. Раз, два, три. Раз, два, три. Партнеры создают рамку, создают форму, в которой приходит партнер. Друзья, что касается обычного танца, просто в жизни, совершенно не обязательно так широко держать локти, совершенно не обязательно так стараться и напрягаться, собственно, по этому поводу. Достаточно просто будет элегантно держать. Но принцип тот же. Левая рука партнера, правая рука партнерши у нас, обратите внимание, вот в такой замочек приходит. Очень элегантно и очень мягко мы просто аккуратненько сжимаем. А правая рука партнера также очень элегантно, очень аккуратно приходит на лопаточку. И партнершина рука приходит элегантно и аккуратно наверх руки партнера. Пробуем. Я приготовил правую ногу, Алла приготовила левую ногу. Мы вместе начинаем движение. И раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два. Все время контролируем ритм. Все время гладим паркет. На раз небольшой спуск, на два подъем. И все, медленный вальс готов. Друзья, это легко. Это легко и получится абсолютно у всех. Главное, это же...